перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Тихо, тихо, стол не ломайте. Да, не ломай стол, блин, жри. Друг мой. Сейчас он выберет что-нибудь бездрожжевое. Давай, давай. А есть кофе без кофе? Пиво без пива. Курицу без курицы. Есть что покурить? Я видел, там есть и сидр, и мидр. Пока не есть, так. А можно... Как видно, как слышно, прием. Прием, прием. Слышно, прием. Можешь погромче? Прием. Ну что ты стрижешь? Стриж. Давай. Большой стриж. Большой стриж. Ты чего будешь? Как мне оденусь? Я не вижу всех комментариев. Бля, почему-то они у меня в конце. Гном, йоу, мэн. Шапка Сбербанк. Ты же шапка Сбербанк? Супер. Слышно, отлично. Батл в это воскресенье. Офишал. Ты выбрал? Да. Сидор? Вроде как. Сам ты сидор. С лейблом все нормально, продвигаемся. Кстати, Диги, где информация, которую по лейблу надо было сделать? Надо выложить. А там уже с новым мейлом? Все, зарегистрировали, все. Скинь еще раз. Чего ты зарегистрировали? Всем привет. Блядь, у меня не обновляются комментарии. Там пушку. И теперь пока вроде прям в ближайшее время не намечается, мы оказываем. Я знаю. Думаю, будет. Ну, дело не в этом, просто какой его скилл, блин. Бат, Стелла Артуа, что? Такой выбор сомнительный, на самом деле. Стелла? Разливная или бутылочка? Вадик, не знаю где. Но мы не с Вадиком сейчас. Мы в Омск. Хотя бутылочка, так, на соточку, вместо полтора дешевле стоит. Нет, дело не дешевле, дело в том, что, мне кажется, выбор какой-то хуёвый. И что, у нас до часа, да, задерживают? У нас задержка. До часа. У всех. Ты помнишь, да, это что? Алейкум ассалам. Я в душе не его. У тебя задержка. Это мой наверняка. Документ не чутка. В Санкт-Петербурге. Какого? 29 апреля, да, мы? 29 апреля СПБ. Ну что ты будешь видеть? Ну, Стелла. Сэмпи, бэбэ. Стелла разливная. Скучно, да. Сейчас угарного не хочу. Не фильтрованный, потом башка будет болеть. У нас прям боль башка? Ну, тебе пьет? Твой таджик, конечно, плов готовит. Но иногда он сам у себя готовит, он привозит. А мне. Это не правда, Дунки, это темный тип, да? Ну, да, я тоже думаю, что Стелла. Подробности с батла это у моего оппонента спросите, не у меня. Он рассказывает. Да, через дорогу пойдем, там берег. Наберем. Ну, короче, походу, да. Ташкент. А будет Ташкент, нет? Ну как позвал, так и будет. Никто не звал пока. Там нужно пару мешков денег местных, чтобы, блядь, надо позвать. Че, у них бесценены, да? Ты меня не слушай вообще, я так пизжу. Что, какое пиво выбрать, друзья? У нас вот есть вопрос. Посоветуй сегодня. Стелла, Бат, Кугарден. Разливное, бутылочное. Кугарден или не угадал? Или шлюхасад. Хоу, гарден. Хоу,
Кейв, скажи свое железо. Зеленый чай, можно, пожалуйста? Глазки сделал нормально, Кейв, глазки. Когда в Ташкент будешь, брат? Это надо так делать. А выше надо поднять. Че ты за лох пишешь? Мах тяжеловес. Конечно. Хугу бери. Хугу. Хуго. Хуго босс. Это мне этот гном пишет, сделай бровки. Давай сделаем, Кейв. Поверни на себя. Все, я уже сделал. Сделай. Не надо, что сделаю. Я сам делаю. Бровки сделай, давай. Я сам делаю. Опусти вниз, опусти. Все, сделал. Аж телефон не выдержал. Я вас уронил. Ну а ты что думаешь сам? По поводу выпить? По поводу всей этой задержки. Ну мы вот выбираем между молотом и наковальней. А морковный торт есть? А кто молот и наковальня? Ну, Стелла Артуа или там Бат или Хугарден. Тёма есть там? Лёха. И Дункель, да. Мне кажется, там бутылочный, нет? Здесь. А, достаточно дерьмовый тогда будет. Ну Лёха, да? Ну Лёха. Не, гном, это ты лучше. Ты лучше даже. Давно не виделись. Гном Северный, знаешь, пишет мне? Йоу, Мэнни. Под каждый фото. Летим мы в Омск. Летим. Завтра в Омск. Летим в Омск. Ну, что-нибудь будет, нет? Да, чай зеленый. Нет, а в коме мы где-нибудь будем, если будем в коме? Где? В коме. Не знаю, Кира ближайший там. Кира приезжайте. Будет Кирова? Кирова 20 апреля для тех, кто в коме. Для тех, кто в коме. Мы постоянно в коме. А вы в коме будете вообще? Где? Цел, вроде. Someday you will too. Иди нахуй, тяу-тяу. Маму твою тяу-тяу. Нет, нет. Мама своей скинь телефон тяу-тяу, блядь. Иди, да? Румянцева раскачал от души. Базар ноль. Я каждый день румянцева раскачиваю, если что. Ты наслушался, знаешь, что ли? В пранках? Не в Омске еще. И это вот фейк дома и пальто не наше. А, погоди. Настолько кучи. Батл послезавтра. Да, получается, что завтра. Где кто искал? Магаз Люгенко один только пока. В Москве. Сейчас договариваемся, кто будет еще брать. Можешь твоя табло отдавить? Прямо так красиво это было. Сверхний мел. Сколагмиты, да. Кусок слюны такой, блин, вниз упал. На язык. Не сына была. А что это? Ну и что нужно сделать? Типа Омск открыть? Там же просто табло этого вылета до мобильного. Слима предлагал мне. Куда мы? Вот так вот будет. Вы будете поответственнее себя чувствовать. Угу! Че, чувак, не килограмм. Ну че вы, ёпта, подписчики? Че, кого? О, Лесликс. Здорово. Здорово, братуха. И где он там был? Вот он только что там. Из города. Он Люганговскую шаку кидает. Крым? Не-не, Орлен мы. Да, Лесликс, Орлен. Что? Мы в аэропорту. Я в Крыму. Подъём.
Артём. Артём, да, предлагаю. Сегодня All Star Game, кто-нибудь будет смотреть? Мы я буду. Не успеваем, да. Сорок? Что-то за кого? За Two Chain Team или за Куау Team? Я? Да, ты. Я за Джастина Бибера. А кто там будет? В чьей команде? Он в моей. Победители команды. Ну там Крис Браун и не будет, поэтому как бы скучный поединок. Когда матч всех звезд? Сегодня. Сегодня? Сегодня Celebrity и Rookie Game, завтра Slam Dunk и трехи, а послезавтра All Star настоящий. Ух, бля, это был опять танец куста. Танец куста. Да, приеду, можно посмотреть. Че, может, они что-то закажут уже? Да, может, ты что? Ты опять нас снимаешь, не выключи телефон. Да оно не надо тебе. Что-то открыл, короче, таймтейбл, и оно... Покажи, Лёд. А сегодня видел ВКонтакте на ебнулся? Да, кстати. Да, мне сегодня Эдгар говорил, я просто не сижу на полчаса, блядь. Бля, вот я охуел. Я вообще тогда не знал, что делать. Видеозаписи не работали. Ты ВКонтакте. Видеозаписи сказали. Я обновлял. Скажи страницу. Каждый вечер мне песни кидают. Мне заебали. Нельзя, у меня, блядь, опасная страница. Целый день я только захотел альбом загрузить ВКонтакте. Я только захотел альбом записать и, блядь, придумал. Скажи, такая же хуйня. Скажи. Я только хотел сегодня свой альбом новый выкинуть ВКонтакте. Мне кажется, это Дуров. Я только твой альбом хотел сегодня выкинуть, блядь. Смотри, ВКонтакте. Ты так не делаешь, что ли? По пьяни, по-любому. Ушел нахуй. С плеера просто его удалить. Ростовщица. Плейлист. Ростовщица. Думаю, вот да. Нормально, мы сидим, да. И душа чистит. Мы сидим просто 4,5. 4000 человек с нами. Нет, уже 3,5. 4000 человек с нами и ничего на столе. Бля, Ринг красава вообще, да. Слышишь? Мы одни сидим, и 4500 человек с нами сидят. И тоже одни. Одни все сидят, да, по-любому, да? Все пятница, что они не бухают вообще сегодня? Сергей, спроси. Неудачники. Такие же, как мы. Натан, сейчас я тебе один раз. Какой комбат? Че вы, пацаны, будете, я решился заказать. Бля, это нормальная тема уже. Я решил заказать пиво немножко. Возьми сырника. Это денег перекачивай. Зеленый чай. Заплачу. Они его дадут. Зеленый чай. Зеленый чай, сырники. Мне Кархарт, трусы. Покажи, ты даже. Рига, вы просили лимон порезать и сахаром посыпать. Ну, зачем? Да я поем его. Ты худеешь, что ли? Болею. Ты худеешь? Зеленый чай с лимоном, сырники, ну и чё, ма? Такой же пиво к тебе. Потемнее, чем. Лёв, патимейкер? Не. Задался эфир. Не задался, очередной эфир не задался. Не буду никого посылать нахуй. Пидорасы. Ёбаные, блядь. Даже сохранять не буду. Ты слепанулся? Кир, смотри. Че, я просто листаю ваши комменты. Открыл там лодку. Открыл вам, что не пишет, ты не. Все, ладно, Ребзи, давайте. Ну вот, смотри. До связи. Покажи Лёвке. Пока, Ребзи, все. Окей, до свидания, скажи. Скажи до свидания. Скажи до свидания, людям. До свидания всем. Все, до свидания всем.